Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай! Итак, нас ждут великие дела, давайте-ка первым делом нашу любимую Анжелочку покупаем. Ой, бедняжечка, проголодалась, ну ничего. Вот такое вот замечательное зеленое платье и вот такую вот интересную зеленую причесочку мы ей надели в прошлой части. А сейчас давайте-ка хорошенько ее покупаем. Вот так, здорово. Ой, как ей нравится. Отлично. Очень здорово. Очень хорошо. Да, молодец. Еще? Еще. Ой, какая чистая, блестящая. Очень красиво. Хорошо, друзья. Теперь давайте-ка почистим зубки. Вот такое вот очень красивое и замечательное зеленое платье. И еще давайте-ка, да, займемся зубками. Смоем те гадость, которые скопились за ночь именно на зубках, вот так. Отлично. И еще снимем налет. Вот, здорово, чистим, чистим, чистим. Ой, извини, Анжелочка, извини, солнышко. Вот, замечательно. Все хорошо получилось у нас. Отлично. Очень красивая розовая шерстка и очень красивая зеленая причесочка и платье. Отлично. Ну хорошо, хочешь кушать, идем тебя покушать. Так, что у нас есть? Итак, есть гамбургер, крабий хвостик, печенье, лангуст, икра, арбуз, мороженое, карпик жареный, зелье, кокос, пирожное, мидии, фруктовые вот такой ассорти интересные, пицца, лаваш, ну и гамбургер. Ну давай, вот дадим тебе лаваш. Отлично. Еще, чтобы тебе... Вот, держи крабий хвостик. Вот, здорово. Так, 60% накормили. Еще съедим вот кусочек арбуза. Вот так. И мороженое. Итак, здорово, друзья. 100% накормили нашу Анжелочку. А теперь давайте-ка пойдем на террасу. Ой. Очень плохой запах изо рта после еды. Поэтому, друзья, давайте-ка почистим ей зубки. Что-то она очень просит, что-то ей неприятно. Вот так. Остались кусочки в зубах после еды. И мы почистим зубки, чтобы во рту кислотно-щелочной баланс установился, не было кариеса, и все было хорошо с нашей Анжелочкой. А то теперь давайте немножко приласкаем нашу девочку, нашу Анжелочку, чтобы у нее появилось хорошее настроение. И, возможно, друзья, сейчас перейдем на 67 уровень. Итак, итак, гладим. Да, 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 здорово, друзья, получилось. Итак, мы перешли на 67 уровень. Здорово. И у нас награда 750 монеток и 5 новых наклеечек. Здорово. Отлично, отлично. Хорошо, что там, кстати, у нас еще интересного. Так, давайте-ка мы еще немножко ее вот так погладим, приласкаем. Пусть у нее поднимается настроение. Вот так замечательно. Хорошая Анжелочка, хорошая, хорошая девочка. Вот так. Очень здорово, очень замечательно. Все у нас получается. Отлично. Да, хорошо. Ой, извини, извини. Так, вот. Замечательно. А теперь давайте-ка, друзья, сойдем с вами в гардероб. И попробуем нашей Анжелочке что-то сегодня изменить. Итак, давайте-ка снимем вот эту причесочку. Прическа-шишка. И еще снимем причудливый наряд. Вот так. Кстати, его можно менять всякие краски. Вот. И красненький. И вот такой вот интересный цвет. Вот, где он впереди был. Ага. Нет, вот. Вот. Так, и еще вот так вот. Ну, очень большое множество. Ну, давайте-ка что-то оригинальное сейчас попробуем. Итак, снимем розовую шубку. Посмотрим, что там с нарядами у нас. Так, что бы интересного тебе надеть сегодня? Есть у нас индианка, новогодний костюм, пижама-боди, балерина, школьная форма, ниндзя, пижама-зайка, Клеопатра, королева, невеста, розовая фея, валькирия, принцесса, здорово, поп-звезда, отлично, красная шапочка, фермер, фея, прима-балерина, здорово. Ну, давайте-ка и посмотрим, что у нас с нарядами. Новогоднее платье, клубничное платье, розовый наряд,
марсианское платье, наряд для бега за золотом, наряд летнее сияние, спортивный костюм, ленивые выходные, стиль хип-хоп, платье в горошек, китайское платье, скейтбордистка, рокерша, бизнес-леди, индийские сари, вечернее платье, мини-платье с розами, свободный наряд, черное вечернее платье, гала-платье, коктейльное платье, уличный стиль, костюм для фитнеса, причудливый наряд, это в котором мы были, клевый концертный прикид, вечернее оперное платье, неоновый панковский прикид, желтое вечернее платье, пляжное платье, платье для вечеринки и бриллиантовое платье. Ну что я скажу, друзья, давайте-ка мы пойдем, вот попробуем вот этот костюм для фитнеса. Да, только подберем цвет. Итак, что у нас есть? У нас есть вот такой ядовито-зеленый, вот такой вот серенький, голубой, черный, розовый, светлый, а это какой-то такой светофиолетовый. Да, да, необычные прически. Так, чтобы нам подобрать такого интересного. А ну-ка, как насчет вот такого зеленого? А, и попробуем подобрать шубку. Розовая, черно-белая, рыженькая, серая, черная. Да, необычные, необычные цвета. Смотрите, ребята. Чтобы нам такого интересного подобрать. А ну-ка, если возьмем вот такую черно-белую кошечку или рыженькую. Так, а сейчас попробуем подобрать вот этот костюм под единый цвет. А смотрите, как здорово голубая. Вот такая довольно неплохой костюмчик оттенок. Ну-ка, давайте-ка... Ой-ой-ой-ой. Давайте-ка попробуем сделать вот этот голубой оттенок. Что получится вот так. И еще возьмем вот эту вот прическу. Они как бы подходят друг к другу. Прическа с мокрым хвостиком. Смотрите, друзья, как замечательно. Вот такой вот спортивный стиль получился. Сделаем нашу Анжелочку сегодня в спортивном стиле. Но еще попробуем к этой причесочке разные шубки. И к этому костюмчику. Итак, серая шубка. Черная. Ой, смотрите, как здорово черного выделяется. Так, белая, розовая, черно-белая, рыжая. Да, неплохие, друзья, варианты. Но я смотрю на черненькой. Конечно, оно все более отчетливо и проявляется. Вот так, смотрите, как замечательно. Но все же давайте-ка оставим рыженькую шубку. А вы, пожалуйста, в комментариях напишите, какая шубка вам больше понравилась. Ой, что-то не получилось. Вот так. Да, замечательно. Отлично. Так, очки, очки. Нет, очки не будем одевать. Хотя, попробуем, может, какие-нибудь спортивные. Нет, не будем, друзья. Итак, давайте-ка зайдем вот сюда. На террасу. Давайте-ка в террасе внесем изменения. Давайте-ка мы тут в террасе купим все вот это. Давайте-ка изменим ковер. Ковер, ковер. Давайте-ка ковер поменяем вот так. Ну да, давайте-ка попробуем вот так изменить. Вот этот аппарат изменить. Отлично. Игровой и еще... Вот этот столик тоже мы попробуем изменить. Кроме того, давайте-ка из сада Анжелы мы переместимся. Давайте-ка мы переместимся в тропический рай. Вот. Здорово. Итак, будем считать, что наша Анжелочка поехала в тропический рай в гости. И здесь вот в таком вот здоровом спортивном костюме делает пробежки. Там занимается фитнесом, спортом. Отлично. Здорово. А теперь давайте-ка внесем изменения в кухню. Тоже сделаем красивый стиль здесь. Вот такой вот золотистый. Отлично. Вот так. Здорово. И здесь возьмем скатерть из французской или персиковую. Ну, что-то французская ткань мне больше понравилась. Хотя персиковая тоже неплохо. Так.
Вот, здорово. Вот, а смотрите, какая классная картина. Анжелочка, перед ней ее рыбка любимая. Еще кокосовое молоко и кусочек арбуза. Что еще нужно для счастья? Отлично. А теперь пойдемте-ка в ванную комнату. И здесь тоже мы внесем изменения. Сделаем тут очень красивую ванную. И раковину посмотрим только какого уровня. То ли максимального, то ли минимального, то ли среднего. Посмотрим по цветах. Ну, давайте-ка попробуем вот сделать золотую. Все в таком ярком стиле. Вот золотистом. Итак, посмотрим, что из этого получится. Ну-ка. Ну, что я скажу. Красиво, здорово, отлично, друзья. Ну, еще давайте-ка вот в спальне тоже внесем изменения. Давайте-ка в спальне поменяем светильничек. Вот так. Кроватку поменяем, здорово, и постельное белье, вот так, отлично, и еще вот обои сделаем, какие-то персиковые, вот такие, ну что я скажу, очень здорово, очень симпатично, ну что я скажу, а теперь, друзья, давайте-ка пойдем на террасу, и пойдем из нашей Анжелочки сыграем какую-то интересную игру, во что сегодня будем играть? А давай-ка мы, Анжелочка, сегодня сыграем в крошечные пазлы. Так, у нас есть множество кусочков. Давайте-ка мы из них попробуем сложить пазлы. Вот, здорово. С первым мы сразу справились. Так, второй. Вторым должно быть немножко посложнее, но ничего. Ага, что-то, друзья, пошло не так. Что-то пошло не так. Не знаю, что не так. Вот как это надо было сделать. Все у нас получилось. Итак, третий пазлик. Давайте-ка попробуем с третьим справиться. А с третьим справиться, я вижу, будет непросто. Непросто, но тем не менее. Попробуем вот такую вот конфигурацию. Вот. Отлично. И еще вот так. Да, здорово, получилось, друзья. Так, четвертый кусочек. Давайте-ка это пустим на низ. Это кусочек наверх. Вот так, да, здорово, друзья, все отлично получилось. Так, следующий пазлик у нас будет вот такой. Сейчас мы попробуем с ним справиться. И да, отлично, друзья, все получилось. Так, шестой уровень. Сейчас тоже будет с ним справиться довольно-таки непросто. Но, смотрите, друзья, довольно-таки легко справились. Отлично, ой-ой-ой, это нужно сделать на скорость. Ой-ой-ой, немножко ошибся. Вот, да, фу. Успели, друзья. Итак, продолжаем. Продолжаем. Что здесь можно сделать? Давайте-ка попробуем. Нет, что-то не так. Что-то явно, друзья, не так. Так, давайте-ка попробуем вот так. Нет, что-то опять же не так. Что-то, друзья, не так. Что-то не так. Ну... Это явно на низ. Это непонятно. Вот так, возможно. Фу-фу-фу-фу-фу. Очень непростая конфигурация. Что же здесь делать? Возможно, вот так. Теперь вот так. Отлично. Да. Все здорово получилось. Очень хорошо. Итак, продолжаем, друзья. Так, что еще мы можем здесь поделать? Давайте-ка попробуем вот этот кусочек пустить наверх. Что-то не подходит. Нет. Давайте-ка попробуем вот такую вот конфигурацию. О, тоже не подходит. Что же делать? Ну-ка, попробуем вот так. Ну-ка, друзья, вот, замечательно. И еще вот так. Да, друзья, все здорово получилось. Отлично, 10-й уровень. Очень-очень все непросто. Так, попробуем вот так. Вот так, замечательно. Нет, к сожалению, не подходит. А если попробовать вот такую вот конфигурацию? Да, здорово, получилось, друзья. Отлично. 11-й уровень. Попробуем-ка мы все это проделать вот так. Хорошо. И еще вот так. Здорово.
Да, отлично, все, друзья, получилось. Отлично. 12 уровень. И мы попробуем сейчас вот такую вот интересную конфигурацию. Нет, что-то явно не так. Очень-очень-очень непросто. Очень непонятно, что же нам здесь нужно сделать. Мы сейчас попробуем еще вот так. Так. Что-то, друзья, я вообще здесь запутался. Хотя. Вот, друзья, получилось. Да, здорово. Так, 13 уровень. На скорость. Все довольно-таки просто, легко. Но мало времени. Отлично. Так, 14 уровень. 14 уровень, множество всяких кусочков. Попробуем все здесь тут сделать. Да, друзья, отлично. Так, 15 уровень. Отлично. Очень здорово все получается. Ха. А еще вот так. Нет, не получилось. Так. Что-то, друзья, не соображу, что здесь нужно сделать. Что-то не соображу. А ну-ка попробуем вот так. Да, здорово, друзья. А еще вот так. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Да, вот. Получилось. Отлично. Итак, 16 уровень. Попробуем-ка мы вот такую вот интересную конфигурацию. Вот так. И еще вот так. Замечательно. Да, здорово. И, к сожалению, не получилось у нас. Что-то не получилось. Что-то не сошлось. Что-то пошло не так. Что не так, непонятно. Но, тем не менее, давайте-ка пробовать. Вот так. Нет. Ну, давайте-ка попробуем вот так. Но, возможно, немножко по-другому. Вот так. Тоже не подходит. Если вот так. Вот попробовать. А ну-ка. Тоже не сходится. А ну-ка вот так. Ну, непонятно. Друзья, давайте-ка пока выйдем из этой игры. Посмотрим, какое состояние у нашей Анжелочки. Итак, наша Анжелочка, девочка, уже немножко устала. Давайте ее немножко так приласкаем, погладим. Итак, на этом, друзья, будем прощаться. Пускай наша Анжелочка пока пойдет отдыхать. И вам, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пожелания. Всем пока!